нас большой двухдневный поход. Всем я вас, собственно, и поздравляю. Всем привет, сердце километра, ура! Той же колонной, только уже без велосипедов. Участники проекта «Сердце километра» в очередной раз встретились теперь, чтобы покорить столбы. Пройти предстоит не один километр, путь не близкий, да еще и в гору. Но цель – дойти до вершины и заночевать в лагере. А еще насладиться природой, пообщаться и вспомнить это замечательное лето. Очень долго ждал этой встречи. Ну, как бы, надо перед школой встретиться всем, увидеться. Со всеми ребятами поддерживаем, ну, связь. Общаемся даже, видимся очень часто. Мне как сообщили, я сразу обрадовался, вещи собрал уже в тот же день. Ну, хотя еще ждать было долго, но я собрал, ждал. Сегодня утром мы очень рано встали, сидели, ждали в машине. Все уже были довольны, то, что едем. На монолите высечены три основных таких атрибута столбиста. Для участников похода организовали и экскурсию, рассказывали про историю красноярских столбов. Многие здесь оказались впервые, и с погодой повезло, как по заказу, тепло и солнце. Команда в этот раз подобралась большая. В поход телеканал «Енисей» приглашал всех желающих и детей из детских домов, которые не смогли поехать в велопробег. Прибыли новые ребята, я вот уже увидел 3-4. Я очень в детстве хотел побывать на столбах, и вот мечта, считай, сбылась. Присоединились к команде и друзья нашего телеканала. Например, олимпийский чемпион Дмитрий Друненков вышагивал в колонии вместе со всеми. Он уже давно поддерживает проект «Сердце километра» и отлично знает ребят. Я считаю, что проект уже действительно готов выйти за рамки Красноярского края, потому что идея, она актуальная, это, ну, действительно проблема. И хочется, чтобы как можно больше детишек, которые находятся в детских домах, обрели свою настоящую семью. Я думаю, многие спортсмены поддержат эту замечательную идею своим личным примером. Во-первых, покажут то, что они на велосипеде могут преодолеть определенную дистанцию. И я думаю, ребятам будет самим интересно. Как раз о новых идеях и планах поговорили на первой туристической остановке. Организовали настоящий круглый стол. Вспоминали прошлое, насладились настоящим и думали, как повернуть проект в будущее. Ведь уже двое участников после завершения пробега обрели свою семью. И это только начало, мы уверены. Главное – это рассказать обществу о детях, которые нуждаются в семейном устройстве. Потому что ничто так не важно, как информация. Моя мечта сбылась, что благодаря каналу «Енисей» у нас вот не разовая такая акция получилась, а долгосрочная, которая живет и продолжается по информированию наших граждан о том, что есть дети рядом с нами, и этим детям можно помочь. Первый день путешествия подходит к концу. Ребят ждут еще и вечерние развлечения. О втором дне наших горных приключений мы расскажем завтра в программе «Утро на Енисей». Не проспите! При поддержке компании «Красцветмет».